аллея из можжевельника в Грейул. По правую сторону Грейул и Сабина Маас. Аккуратно застрижены изгороди. Тем не менее, оставляем более лесную форму, потому что здесь у нас небольшой, но очень эксклюзивный лес. Сосны крымские, роскошные. И ели хупси. А также ель канадская. И вот так выглядят наши аллеи Грейул сверху и эксклюзивный малый лес.